день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня мы подготовим для вас специальный репортаж с территорий, теперь уже можно сказать смело территорий, Совелмаш. Сейчас мы находимся на строительной площадке. И целью этого видео мы ставим некий отчет, если можно так выразиться, о проделанной работе, которая была реализована с начала этого года, а точнее 2021. Но давайте поподробнее. Итак, специально для тех зрителей, которые смотрят нас впервые, либо не так сильно интересуются проектом, давайте вспомним, что же было в целом сделано на строительной площадке Совелмаш и где она располагается. Расположена строительная площадка на территории особой экономической зоны Технополис Москва. В данном случае площадка находится в Алабушево, и она позволяет получить ряд преимуществ перед другими возможными местами для строительства нашего будущего ПКТБ. Это такие преимущества, как налоговые льготы, транспортные, соотношение, наличие свободной таможенной зоны и многое-многое другое. Об этом поподробнее вы можете узнать из наших предыдущих видеороликов. Ну а что же было сделано? Было сделано ограждение самой площадки, которое соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым законодательством. На сегодняшний день полностью реализован строительный городок, состоящий из временных строений, на территории которых расположены как пункты приема пищи, административные здания, помывочные станции для крупной строительной техники и так далее. Была подготовлена разводка всех необходимых инженерных коммуникаций, также временных, это и водоснабжение, и электроснабжение, что стоит отметить отдельно, до недавнего времени электроснабжение мы могли использовать только за счет подключения генератора, но на сегодняшний день ведутся необходимые работы и уже заложен фундамент под КТПН. Фактически это трансформаторный блок, к которому будет подведено электричество со стороны Технополиса Москва. И это позволит нам до конца строительных работ получить бесперебойное снабжение электричеством. Далее был реализован водоотвод. Сейчас в том числе ведут работы по созданию проектного колодца для подключения к центральной канализации и так далее. Было установлено наружное освещение, которое позволит работать в любое время суток в эффективном и необходимом варианте. И, конечно же, был вырыт котлован. Котлован был отсыпан. На сегодняшний день уже произошли работы с бетоном. Была проведена необходимая бетонная подготовка. Сейчас вы можете наблюдать, как устанавливаются заранее подготовленные опалубки. Уже должны начаться бетонные работы по заливке основной части бетонного основания для дальнейшей установки несущих конструкций здания. Работы проделано действительно очень много. Я думаю, несложно догадаться, что на сегодняшний день на площадке и в целом в городе Зеленоград довольно холодно. Вы это можете смело наблюдать по моей речи. И несмотря на это, работы не стоят на месте, они продолжаются. Сделано очень много и предстоит сделать еще больше. Также обратите внимание, что на строительную площадку уже завезена часть металлоконструкции. Это довольно объемная часть. Это те металлоконструкции, которые изготавливает наша компания-субподрядчик «Астрон». И, собственно, из этих металлоконструкций будет возводиться будущее здание ПКТБ. Ну, а теперь давайте мы поговорим о тех новостях, которые не напрямую касаются строительной площадки, а в целом произошли в проекте. Работы, которые были выполнены на территории временных арендуемых площадей, также не останутся без внимания в нашем сегодняшнем выпуске. Здесь стоит отметить, что работы было действительно много, она велась по абсолютно разным направлениям, и в то же время, даже не находясь на строительной площадке Совелмаш, работы, связанные со строительством, ведутся и на временных арендуемых площадях. В частности, идут проверка сметной документации. Работает отдел капитального строительства, планово-экономический отдел. Работа очень масштабная и объемная, и она очень важна. Я думаю, что многие из вас помнят, как мы уже рассказывали, о принципе работы. Существует компания «Совелмаш», у нее существует компания «Генеральный подрядчик», с которой мы имеем договорные взаимоотношения. Это компания «ХАКа Москва», которая, собственно, и отвечает за строительные работы, производимые на площадке. А также существует компания «Субподрядчик». Это компания «Астрон», которая изготавливает металлоконструкции. Собственно, весь оборот средств, планы и все происходящие события необходимо контролировать. Этим и заняты отделы капитального строительства и планово-экономические отделы «Совелмаш». Стоит учитывать, что
компания «Хака Москва» также задействует компании-подрядчиков для выполнения тех или иных работ. И процесс согласования стоимости на оказанные услуги, он требует пристального внимания со стороны всех причастных ответственных лиц, поэтому это очень большой пласт работы. В воспитательной лаборатории проведена очень серьезная модернизация, и хоть она и до этого отвечала всем необходимым нормам, правилам и требованиям, и уже была аттестована, это действительно большая заслуга, но теперь она стала еще эффективнее, появились дополнительные стенды, в частности, большая нагрузочная машина, которая позволяет испытывать более крупные двигатели. Собственно, кадры, которые вы сейчас видите на своих экранах, показывают, какой внешний вид она имеет сейчас. И обязательно следите за новостями, потому что в ближайшее время мы подготовим для вас отдельный выпуск, где подробнее расскажем о том, как преобразилась лаборатория, и, возможно, приоткроем завесу тайны, что же она может. Я думаю, это будет очень интересно. Но это еще не все работы, которые происходят. Одной из очень важных новостей является появление новых площадей, дополнительных арендованных площадей, на территории которых будет располагаться автоматизированная производственная линия, целью которой будет создание мелкосерийных установочных партий асинхронных электродвигателей. Необходимо это для обучения кадров, для работы с опытно-конструкторскими работами, которых на сегодняшний день открыто порядка 46, это действительно очень много, и в дальнейшем эта производственная линия будет перевезена на площади будущего проектно-конструкторского технологического бюро «Совэлмаш». Сама линия уже оплачена. В апреле месяце мы ждем ее поступления на нашей площади. Ну а к маю месяцу мы надеемся ее уже полностью ввести в эксплуатацию и, соответственно, использовать. Но правильнее будет сказать, конечно, что не производственная линия закуплена, а необходимое оборудование, из которого потом и будет собрана производственная линия. Также не стоит забывать и о не менее важном событии для жизни проекта, а именно это разработка собственного инкрементального энкодера. Данная разработка позволяет существенно снизить затраты на создание двигателей, потому что на сегодняшний день можно приобретать аналоги только на территории Китая, и они довольно дорогостоящие. Как правило, себестоимость двигателя может быть сопоставима со стоимостью, собственно, самого этого датчика. Но наши специалисты сделали свой, качественный, отвечающий всем нормам, требованиям, к нему предъявляемым. Но это еще не все. Помимо самого датчика была разработана установка, которая позволит начать производство данных датчиков, и ее мощности позволяют делать это не только для собственных нужд, но а также и для сторонних заказчиков. А это уже действительно очень важное событие, и фактически это направление, можно сказать, требует пристального внимания. Но об этом подробнее, я думаю, вы узнаете в наших будущих выпусках. Обязательно не обойдем этот вопрос стороной. Собственно, это основная часть новостей, которые на сегодняшний день мы расскажем вам с территории «Совэлмаш». Впереди нас ждет очень много работы, очень много свершений, очень много задач. Но, тем не менее, несмотря на любую погоду, специалисты «Совэлмаш» работают, превознемогают. И даже в связи с теми ограничениями, которые накладывал на нас коронавирус, пандемия COVID-19, вся команда работает строго на результат. Поэтому, уважаемые зрители, обязательно следите за нами, подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте свои комментарии. Впереди нас ждет очень много важных дел. До новых встреч!